Делегация Калмыкии приняла участие в первом съезде российского движения детей и молодежи. Нашу республику на масштабном событии представляли 13 активистов регионального отделения российского движения школьников, юнармии, большой перемены, российского движения колледжей и ассоциации Хамдан, а также два педагога-наставника российского движения школьников. Вы будете локомотивами у нас в республике, и чтобы вы как раз донесли, вы сами вот и как исторический такой момент, потом рассказывать будете, что вот вы были на первом съезде, и именно вы, ваши голоса влились, то, что вы сформировали там миссию и ценности вот этого нового движения. Потом, и вот это вы должны транслировать, да, в школах, в республике,